трек слушал раньше вас всех. Белый, белый, белый. Поэтому я крутой. Да блять. Все, я слушаю трек. Но он мне понравился, сразу говорю. Поколение еще помнит, что такое казанский подростковый шутер в 80-х. Тогда наш город поменял на весь Советский Союз. О казанском феномене писали даже американская нью-йоркская и швейцарская вельбург. Учало, на три года спеха, и он кричит об этом так. Я послушал по биточке, бро, ты просто не умеешь. Чучу накопил за годы мне... Эй! Опа! Ошибка! 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 456, 387, ошибка. Ошибка. Все. Доставка, где доставка? Где вы видите доставка? Не написано. Также ошибка. Смотрите, видите, тут только, ну я не знаю, ну дохуя еще осталось, а тут написано будет через 0 минут. Ошибка. Вот этот трек реально в тачку, блять. Вот это вот ты едешь, блять, по нахуй, Найт-Сити. Night City Drive чисто хуячишь, блять, и вот это вот в машине, бам-бам. Сейчас я... В машине вообще имба пиздец, я думаю. Охуенно. Ну он качает реально. Пизда-то. Четырнадцать вынесли ты там, я выронил свой пас. Я заржал за лес удары, дали громко мама с папой ровно. Вот есть же сериал этот, как он, «Трудные подростки», да, или как-то так называется, который этот российский. Вот я его, короче, смотрел, и вот этот трек идеально бы туда подошел. Месяц, как мне дали этот документ на лапу. Через годик первый возраст старший подключится. Холостой стал под Макаром, да, это бить надежных лапах. Выстрел вверх всей мордой на мы курим, будто в пике блайн. Извини, джиты, как на фланг. Пошел простой, не на где занят. Взор под карты, я буду назад. Какой скип, ты шо, охуел? Тут имба играет. Ну я слушал еще, когда он только зарождался, этот трек. Я слушал еще самой первой демки, так что я крутой, реально, бля. Это есть. Это есть. А кто-то сделал уже приколы или еще не сделали? Чекни ТГ. О, Сорел пишет. Ой, значит, что-то походу есть, блядь.